Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков проинспектировал Одинцовский ЦУР. Главной задачей муниципального подразделения Центра управления регионом МЦУР являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни округа. Информация поступает с портала «Добродел», из социальных сетей, интернет-приемных и из ряда других источников. Игорь Тресков отметил, что подобный подход позволяет оперативно решать возникающие проблемы. Еженедельно в ЦУР муниципалитета поступает более 500 сообщений.